Ну вот, привет, девочки. Так, сейчас, чтобы вам все показать. Здравствуйте еще раз. Попросила меня девушка снять все, что у меня осталось. Мои запасы. И решила вот снять. Есть такие самодельные, кстати, тоже печенюшки. Начнем с глиняных печенюшек. Помните, я вам говорила, дагестанские есть, у меня есть глинки такого цвета, немножко темного, мрачного. Из них я сделала вот такие вот печенюшки. В общем, они у меня есть. Вот. Тут у меня еще есть моего производства, да, из Чуйской. Вот такие вот. Как говорится, кусочки пиццы. Вот. Также есть у меня вот такие, которые я сделала. Я думаю, в пакете все видно, да? Вот такие вот сделала бруски, тоже из Чуйской. Ну, где-то они, наверное, по сантиметрах, я думаю, так 30 есть. Вот. Глинка. Светлый Туркестан. Вот столько у меня остался. Надеюсь, видно все. Так. Красная. Пожалуйста, красная тоже прилично. Ну, где-то так скажу, килограмма полтора, наверное. Нет, даже, наверное, 2 килограмма есть, я думаю. Вот. Это у меня фисташка, пожалуйста. Ну, здесь, я думаю, килограммчик, да, есть. Это у меня семечко, пожалуйста. Вот. И вот такая голубая киргизская. Вот столечко у меня ее. Тут, наверное, я думаю, больше килограмма. Также у меня есть... Так, мое производство уберем. Печеньки, да? Также есть у меня белый Туркестан, пожалуйста, вот в таких количествах осталось. И Чуйская, вот, которые кусочки мелкие, я их все-таки оставила, думаю, вдруг захочу погрызть. Вот такое количество. Думаю, здесь где-то 0,5 килограмма, наверное, есть. Также у меня есть моего производства с желтой глиной и ассорти мелочки. Я делала вот такие рафаэлки. Пожалуйста, они у меня еще есть. Они такие вкусные, как сметана прям. Вот. Ну, теперь, наверное, перейдем потихоньку к мелу. Да, это мои глинки, которые у меня есть на данный момент. Вот. Ну, наверное, Белая гора, пожалуйста. Белая гора у меня, ну, я думаю, здесь больше килограмма. Угу. А также у меня есть, так, песчаночка. Вот это у меня в 2 пакетах просто, думаю, чтобы не порвалось. Ну, здесь где-то, наверное, около... килограмм 700-800, может, грамм, да, я думаю. И песчаночка мелкая. Я их разделила, чтобы было вот крупная отдельно и мелкая отдельно. Вот, чтобы было удобно. Но прибралась же в прошлый раз. Эти свои пакеты, помните, да? Всякие желтые, разноцветные. Их вообще все выкинула. Вот. Также у меня есть храповский, пожалуйста. Вот столечко храповский. Так и пчелорам бен гестерюрум. Некадар калды бенде тебешир ве киль. Феникс. Пожалуйста. Ну, здесь есть где-то 700 грамм, может быть, я думаю. Так. Что у меня еще здесь? Севрюкова, которую я заказывала с России.
У меня по отдельности, которые я заказывала с России и которые заказывала с Украины в разных пакетах. Сластена 2, пожалуйста, в таком количестве осталось. Потом шедевр вкусный в таком количестве, ну еще есть. Вот белгородский, так, это у нас, подождите, это у нас с Украины, оказывается. Так, маломихайловский, то, что я вам показывала, в очень большом количестве осталось. Это такая, тут у меня умка, пожалуйста, в таком количестве. Все видно наглядно, я думаю, да, девочки, мальчики? Это у меня нежность. Один кусок остался. Вот. Ну, он такой маленько тверденький. Поэтому лежит еще. Безе, пожалуйста, вот в таком количестве осталось. Так. Анна тоже. Один кусочек вот такой вот остался. Ну и перейдем, наверное, к украинским мелочкам. Бунлар гепсе, бу килля гепсе Кыргызстандан гелди. Тебешерле хэм Кыргызстандан, хэм Русиядан. Глины все пришли с Кыргызстана, Бишкек. Также и мелочки есть здесь из Кыргызстана, из Бишкека. Ну, правда, туда доставляют с России. Вот. И перейдем в украинский. Бурда Украина. Украина Денгелян. Так. Украинский белгородский, пожалуйста. Вот. Ну, тут приличненько. Где-то, наверное, килограмм. Я думаю, больше килограмма точно есть. Также украинский Севрюкова. То есть... Оттуда был заказ. Конечно, это все, наверное, с одного карьера. Но заказ был оттуда. Сумской, пожалуйста, мелочек. Они были у меня покрупнее, конечно. Это я их так раздробила. Но на тот момент я не думала снимать видео. Если бы я тогда знала бы, что я буду снимать видео, я бы их на мелкие кусочки не сделала бы. Я их сделала, чтобы было поудобнее. Я тогда работала в Алании, на работу таскать, да, там, чтобы, ну, я дробить там негде же, и вот, чтобы удобно было кушать, я их вот так вот просто на кусочки мелкие сделала. А так они тоже были крупными кусками. Вот. Краматорский, пожалуйста. Вот в